хранение и перевозка стекла требует определенных навыков. Стекло хранят и перевозят на пирамидах, которые имеют угол наклона 15 градусов. Стекло упаковывают в специальную упаковочную бумагу, в которой нет абразивных элементов. Значит, стекло также упаковывает в стрейч-пленку, упаковывает в гофрокартон. Значит, вообще стекло требует минимальной перевалки. То есть стекло не вата. Всегда надо быть готовым, что стекло может из-за присутствия абразива иметь потертости, иметь царапины, которые практически ничем не выводятся. То есть надо переделывать изделие. Основной принцип – стекло не должно соприкасаться с твердым, с металлом, с камнем, с абразивом, с песком и так далее. Значит, лучше всего стекло перевозить на специализированных машинах, которые имеют пирамиды. То есть стекло на них легко грузится и также легко разгружается. То есть пирамида, она открыта, то есть можно подойти со стеклом или с зеркалом, который имеет большие размеры, и сбоку погрузить, и также спокойно разгрузить. Если у вас нет возможности заказать специализированную машину, вы можете, в принципе, перевести стекло сами. Значит, если вы его будете вести в горизонтальном положении, то поверхность, на которую вы укладываете стекло и зеркало, должно быть горизонтальной, ровной, абсолютно. Если у вас нет такой поверхности, ну, надо хотя бы использовать две доски, к которому крепится там с помощью стрейча стекло или зеркало. И стекло должно или зеркало должно быть упаковано гофрокартон. Тогда вы его довезете. В противном случае лучше не связываться. Лучше закажите специализированную машину, вам тогда не придется по новому заказывать.